Если вы стали свидетелем того, что человек провалился под лед, нужно сделать следующее. Позвонить в экстренную службу по телефону 112. Звонок бесплатный, его можно совершить даже при нулевом балансе. До приезда спасательных служб вы можете попытаться самостоятельно помочь утопающему. Двигайтесь по льду только ползком. Это позволит равномерно распределить ваш вес по поверхности льда. Нужно кинуть провалившемуся веревку, протянуть любой длинный предмет, палку, шарф, рукав куртки. Если лед достаточно крепкий, можно попытаться вытащить его за одежду, руку или в крайнем случае за волосы. Пострадавший, ухватившись за протянутое средство помощи, должен лечь на воду и постараться переместить ноги и туловище на лед. Ни в коем случае нельзя делать резких движений или пытаться встать на лед. Если вы смогли помочь провалившемуся под лед человеку выбраться, нужно как можно быстрее доставить его в теплое помещение. И самое главное, помните, вы должны действовать оперативно, но быть крайне осторожным.